Ну и кадры, которые мы получили только что. Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Башкирии Рустемом Хамитовым. Речь шла об экономической ситуации в регионе. Хамитов доложил об основных показателях. Есть масса позитивных сдвигов. Рост промышленного производства, благоприятный инвестиционный климат. Ожидается хороший урожай. Затронули также и социальные вопросы, в частности, обеспечение людей жильем. Мы поставили задачу по работе над уменьшением и даже ликвидацией очереди на жилье. Мы проанализировали эту ситуацию. Нам надо почти 90 тысяч семей очереди обеспечить жильем. Большая программа, не дешевая, но решаемая. И мы сегодня уже видим контуры того, как это сделать, реализовать. Будем строить и арендное жилье, и у нас очень активно идет программа жилищно-строительных сбережений. Вы в предыдущие годы сколько строили? Мы строим 2 миллиона 700. Мы пятые в Российской Федерации по объему строительства жилья. Пятое место в России занимаем. 2 миллиона 700, да? Да, мы строим. И вам нужно добавить еще 500 миллионов? Нам надо еще 500 миллионов добавлять. К этим 2 700 еще надо 500 добавить. И чтобы мы строили 3 200, 3 300, но вот в течение 5-7 лет, в принципе, существенно можно снизить очередность на жилье.